В городском округе Люберцы продолжается санитарная расчистка водных объектов. Работа проходит в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда». Один из водоемов, который попал в план этого года, река Чернавка. Затем, как ее освобождают от мусора, наблюдала наша съемочная группа. Чернавка протекает вдоль деревень Машкова и Марусина. Избавлять от мусора, зарослей камыша и аварийного сухостоя водный объект начали в середине сентября. Для того, чтобы полноценно расчистить реку и убрать лишние предметы, которые препятствуют ее течению, подрядчик использует самую передовую технику. С помощью этой многофункциональной машины со дна водоема поднимают в том числе крупногабаритные отходы. На сегодняшний день мы вытаскиваем бетонные блоки, мы вытаскиваем холодильники, мы вытаскиваем диваны с креслами. В общем, богатый улов у нас в плане Чернавки, к сожалению. Чистим. Почему непосредственно этот участок? Потому что строится парк Марусина, и жителям будет комфортно гулять по чистому берегу. Расчистке подлежит около 2,5 километров водной площади. Работы проходят не только в самой реке, но и на береговой зоне. Ожидается, что после такой генеральной уборки проблема с подтоплениями будет решена. И, конечно же, в последующем мы будем думать о проектах благоустройства, обустраивать береговые линии так, чтобы это было комфортно, безопасно, красиво. И наш округ тем самым будет преображаться. Поэтому работы такие будут только продолжаться. Санитарную расчистку Чернавки завершат до 1 ноября. До конца года такую же работу проведут в акватории реки Сатовка, русле Македонки, а также Большом Красковском карьере и Малом Токаревском пруду. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.